Здравствуйте, это канал Максимадзе и карты в Майнкрафте от подписчиков. Сегодняшняя карта называется «Забытая Россия». Собственно говоря, эта карта работает на моем компьютере довольно хреново. Она очень лагает. И мне пришлось понижать настройки графики, сильно пришлось понижать дальность прорисовки и так далее. Но и то эти настройки не сильно помогли. Конечно, лагать стало меньше, но все равно лаги присутствуют. Но как-нибудь уж так попытаемся пройти игру, карту. Значит, давайте посмотрим автора. Степан, да, именно тот, он за меня, собственно, тут пишет. Мне не придется говорить. Да, у него карты однообразные довольно. Ну как однообразные? По одинаковому принципу создавались. По таким же модам и так далее. Но сами карты, конечно, более-менее разнообразные. Но сильно схожи. Правила. Пропуск или игнорирование заданий запрещено. Запрещено разрушать блоки. Использовать только предметы, которые выдают карты. Не читерить, не крашить карту. Не нарушать правила. Подписаться на канал Максимадзе. Спасибо большое. Подписывайтесь на канал Максимадзе. Вот, опять подлагало сейчас, когда я открываю чат. Не крашить карту. Ну, это игра может вместо меня самого сделать. Так что я надеюсь, этого не произойдет. Давайте посмотрим предысторию. Действие происходит в России 90-х. В центре сюжета вроде бы простой новосибирский парень Максим. Но когда узнаешь, что он занимается бандитскими делами, то это приводит в шок. Ну, это был не я точно. Какие середины 90-х? Меня не было тогда вообще, в принципе. Извините. С губами немножко проблем у меня. От холодной погоды. Начать. Дело 1992. Ой, какое дело? Лето. Карта, конечно же, с модами. Собственно, вы видите по стенам, что это такие вот кирпичи. 50 рублей. Настоящие российские купюры. Вот, опять начало подлагивать. Давайте пойдем. Мелизис Дорс присутствует среди модов. Это мод на различные двери, которые красивую анимацию, во-первых, добавляют. А во-вторых, там очень много различных новых дверей. Так, давайте посрем. Ой, я сказал, посрем. Как я облегчился. Ну-ка, встаньте. Дайте мне встать, пожалуйста. Так, давайте помоемся. А, воды нету, жаль. О-о-о! Как хорошо! Ну, мне пора. А, да вот там нету воды. А здесь у нас что? Кухонка. Пожалуйста, кухонка. В холодильнике есть еда, только вот что-то она сырая. Давайте, тут есть у нас плита? Ну-ка, давайте приготовим. Что это за ерунда-то такая? Сосиску. Да, подлагивает, конечно. Сосиски у нас жарятся? Ну что за лаги, а? Простаивает. И плита не работает, не жарится ничего. Жаль. И, наконец, телевизор. Телевизор тоже не работает. Короче, парень живет как-то не очень хорошо. Тебе нужно заглянуть к Лехе. Ну, Максим и Леха, ну как и в жизни. Только у нас 2020-е года сейчас идут.
Но, судя по всему, автор явно взял это дело из меня, из Лехи, моего, собственно говоря, друга, партнера. Вот, Леха, пожалуйста. Блин, надо будет это Лехе показать. Здорово. Можно я с тобой тут... Ты же мой друг, давай я с тобой обменяюсь, короче, сырыми припасами на вот этими вот готовыми. Ты же друг, поделишься, да? Да, короче. Здорово, Леха, я к тебе просто в гости зашел. Да, хорошо, что ты пришел, я хотел тебя кое-что попросить. Ну и чем же? Да вот, вчера на меня напали черти из банды Шакала. И украли у меня ценный рубин. Мне его нужно будет отнести к моему партнеру из Европы. Пожалуйста, достань этот рубин. Ладно, конечно, Леха, тебе его достану. Большая благодарность тебе. Да, вот большая благодарность. Шавуха, кебаб, колбаски. Да. А что у тебя тут еще есть? Ну что так лагает? А, ну я не могу. А, это не подбирается. Это, ну да ладно. После выполнения уже не надо. Ну окей, а что там? Там плита какая-то тоже была. После того, как вы вернете рубин. Окей. Кстати говоря, тут не написано, на какой сложности играть. У меня стоит... А, она заблокирована на этой карте. Как... А как стрелять-то? Забывал кнопку уже. Да, вот так вот меня, конечно, убьют, если так лагать будет. Нет, нет, только быстрее заряжайся, я тебя прошу. Но это беда, конечно. Почему я сдох? Потому что лагало все. И я насквозь вижу какие-то карты. Что-то. Не понял. А где я оказался вообще? Да, вот это, конечно, плохо. Ну-ка. Придется с помощью гейммода туда вернуться. И спаунпоинт поставить. Именно эта карта работает у меня плохо. Нет. А, это друг Лехи. Понятно, до него еще мы не добрались. А тут у нас что? Понятно, здесь тоже делать пока нечего. Так, продолжаем. Пришлось полностью перезапускать карту, потому что я не смог найти место. Это не смог просто. Короче, я спа... Придется почетерить немного. Ну, опять залагало все. Почетерить немного придется. Спаунпоинт поставить. Потому что если я снова сдохну, я опять не смогу вернуться назад. Автор карты, ставь точки спауна, пожалуйста. Ставь точки спауна, иначе я буду вот так вот теряться. И с такими лагами выжить реально сложно. Карта очень большая и от того дико лагучая. Чего выжить будет крайне тяжело. Keep inventory бы еще сюда. Так, я подобрал все вещи, но нету пистолета.
Вот пистолет. Да, с такими лагами я хрен выживу абсолютно. Он когда-нибудь сдохнет, нет? Рука в рукопашной, мне кажется, его не убить. Это невозможно, мне туда не зайти даже. Так лагает все, что это ужас просто. Я не могу ничего сделать. И мне вот интересно, сколько мне еще придется так. Извини, мне придется вот так сделать. Иначе я не выживу тут никак. Наконец-то. Да, в старом замке Дюрюме, извините, застыло. Там, где стены древние шепчут Ленинграда, висит картина «Тихий обитатель». Хранится тайн, что знают лишь тени. Где свет и тьма спилились диковинным танцем, там скрыта подсказка, что ускользает от глаз. На холсте запечатлен небрежно паук, как страж загадок, сплетающий свой узор не для простых сердец. Среди искусной вязи линий мазков величие алой драгоценности таится. Лишь внимательный взгляд способен разгадать, где нитка судьбы ведет в потайный лабиринт. На северной стене, где полдень тени плетает под толщей слоев краски и времени скрыто сердце огня, хранимой паутиной. Но его следы видны лишь тем, кто ищет истину. Не в глазах, а в движении тени. Ищи ответы, где иллюзия пересекается с реальностью. Камень ждет, чтобы обрести свободу. За паутиной занавесы, где узор становится светом. Прочти плотно, как старинную книгу. Каждая строка и штрих — это ключ к разгадке. Взгляни на паука, который не прост. В его лапах хранится подсказка пути к тому, что скрыто за ним. Ищи ответ в глубине ткани времени, где паук плетет твой магический танец, и пусть алый рубин станет наградой для тех, кто разгадает загадку судьбы. Да, ничего практически не понял, но речь явно о рубине, о том здесь шла. Рубины я не взял, я взял книгу. Или, может быть, я там еще что-то пропустил? Ну-ка, давайте посмотрим. А, картина, господи, вот, о ней же и шла речь. Вот он. Господи, я что-то думаю, сейчас какие-то поиски надо будет проводить, в каких-то местах ходить. Короче, вот он. К чему и вот это все надо было вообще? А это было все. Миссия 2. Короче, на всякий случай сразу spawn point. Друг Лёхи. Да. Привет, ты от Лёхи, да. А тебя как... Да, а тебя как зовут? Максим, а фамилия какая? А тебе зачем? Просто ради интереса.
Артемов. Ну да, речь обо мне, конечно. Но это какой-то другой Максим Артемов. Это был не я, точно. Леха Телепнев определенно тогда. Это точно был. Ладно, так вот зачем я попросил прийти? У меня есть сеть заправок, и один человек из Африки хочет их заполучить. Его зовут Кваме. Я хочу, чтобы ты его убил. Понятно. Друг Лехи. Ну вот, у нас есть друзья с Лехой некоторые. Одного зовут Марк, второго зовут. Еще одного Даниил. Паша. Вот этот больше похож на Марка или на Даниила. Чё ты задернул-то все, друг Лёхи? Да, кстати говоря, на, я тебе покушать принес. Раздаю. После разговора с другом Лёхи. Окей. Ой! Меня сейчас опять убьют, потому что все залагало. Слава богу, spawn point поставил. Иначе бы я опять попал хрен знает куда. Нет, 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 он же меня убьет сейчас. Огниво выпало. И что здесь? Интересно, зачем этот товарищ специально туда встал и динамит под, над собой поставил, чтобы мы его подожгли. Мне кажется, тут явно какой-то хитроумный план против нас есть. Может быть, это не он был. Чтобы мы такие расслабились и все. Короче говоря, я выполнил твое задание, а я пошел дальше. Как только пройдут эти лаги, меня это уже задолбало. А вот и наконец появился тот город, в который мы заспаунились, когда сдохли. Так, теперь вы в свободном режиме, можете погулять по городу, купить себе еду, оружие или одежду. Теперь вам доступны миссии незнакомцев. Также вы можете завершить карту на 100%. Для этого нужно завершить все задания незнакомцев, завершить все коллекционные предметы, посетить все магазины, продукты, одежда, бургеры, оружейные, цветочные. Хорошо, давайте попробуем. Еду я, наверное, отложу в инвентарь. И рубин тоже. Нет, не, рубин пусть в инвентаре остается. Мне приятно на него смотреть. Продукты. Что можно из продуктов? Что, какой ассортимент продуктов? Недостаточно валюты. А, я не взял. Я когда перезапускал карту, я не взял денег. Но тут что? Есть пицца. Вот пиццу я пожрал. Колбаска есть. Если выполнили, то уже не надо. А что выполнить-то надо? Бесплатно. Продавец одежды. Угу. Что у нас есть по одежде? Японская куртка BMB. Нагрудник ассасина. Смокинг. Thank you.
Ну что ж, неплохо выглядит Алекс. К сожалению, я почему-то не за Стива играю. Не могу в пиратской версии это изменить. Давайте посмотрим, что тут у нас. Бургер. Здорово. Какие бургеры? 100 рублей. У нас 50 только было. Чизбургер, Вендис, Дабл Квадр Паундер, Биг Мак, Дэйв Хота Джуси, Бакон Макдабл. Впечатляюще, впечатляюще, но только вот не лаги. Туда нам не войти. И туда тоже. Вторая часть откроется далее. Ну да. Какой-то бункер есть. Соберете завещание. Я явно не сделал этого. Так, одна. Куда он те места ведут? Это у нас что? Если вы нашли все части завещания, кидайте шалкеры с частями завещания. Миссия незнакомца первая по счету. Если вы нагулялись. Миссия незнакомца 2. После не возвращайтесь. Если вы начали квест завещания. Что находится в том бункере? Сразу интересно мне узнать. Это оружие, оружейное это. Аптечка нужна. А, может даже две. Во. Вот это я понимаю арсенал оружия. Нам нужно. Максимум. Три максимум. Ну, 4, 5. А тут максимум 5 только может быть. Давайте побольше арсенал себе возьмем. Вот это нам нужно. Так, ну и все вроде добыл. Спасибо. А, там ничего нету, да? Задание первое от незнакомца, пожалуй, давайте. Фермер какой-то, видимо. Незнакомец Вова. Здравствуйте, не можете мне помочь? Я Вова. Ну, а я, Максим, чем могу помочь? Какой-то урод украл мой урожай, а именно 5 морковок, 10 пшеницы и 25 свекол. Можете мне их вернуть? Он еще и посчитал все. Ну, да попробуем, конечно. Заранее спасибо. После разговора. Спаунпоинт на всякий случай. Но а это не стрелять, поговорить надо. Все-таки убить придется.
9, 6, 5, 8. Я вышел случайно. 9, 6, 5, 8. Я не могу вообще. Здорово, вот, пожалуйста, забирай все назад. Я вернул тебе, товарищ фермер. Взамен я могу взять немножечко морковки. О, спасибо. Спасибо. Конечно же, выполнили задание. А дальше вторая миссия от незнакомца. Где она у нас? Виктор. Какой-то. Подождите. Здравствуйте, я Виктор. Я Макс. Ну чё, надо чем помочь? Понимаете ли, я... Вы знаете Николая Добрынина? Ну, это известный бизнесмен вроде как. А я, кстати, не знал. Я его сын. В общем, он умер где-то 3 месяца назад, а мне сказали, что он оставил мне завещание. Но оно где-то потерялось, мне кажется, порвалось. Пожалуйста, найдите мне его и принесите при необходимости, склейте. Ну вот и работку мне, конечно, дал. Завещание. Ну ладно, попробуем. Вы начали цепочку коллекции. Найдите 5 частей завещания, и вам откроется специальное задание. Обрывки можно найти по подзолу. Ищите его по городу. Подзолу. Раз. Это 5-я часть. О! Я еще не закончил, я только 5-е, я только 2-е нашел. Давайте остальные найдем. Вот еще подзол. Третий кусок. Второй. Я только 4 нашел. Где 5-й? Внутри магазинов не может быть подзолы. Здесь точно нет. Здесь нет. Ну а там точно я не видел. Так, ищем еще подзол. Где еще искать? Если вы нагулялись. Что это? Миссия 3. Подождите. Какое миссия 3? Блин. Так, возвращаемся в город. Геймот 1. В город. Ищем город. Город ищем.
Там внутри нет подзола. Вот он, господи ты боже мой. Вот же, я же так и думал, вот он. Кидайте шалкер с частями завещания туда. Хвоя. Зачем мне хвоя? Подождите, а не так ли надо было сделать? Секунду, ну-ка, убери хвою эту. Весь инвентарь, блин, забит. Окей, мне, ну, короче, мне выпало, не знаю, зачем дверь тут поставили. Короче, мне выпала хвоя, не знаю, для чего. И там была еще одна кнопка. После того, как соберете части завещания. О, привет, Макс. Ну что, собрал завещание? Да, собрал. Давай его. Слушай, я ненароком случайно своего интереса решил его прочитать. В смысле прочитать? Это же не твое завещание. Ну и что, ты охренел, что ли? 5 садиков и 15 школ снесли ради выгоды, по-твоему, нормально, что ли? Слышь, я тебя сейчас... Нет, ты слушай, я сейчас тебя в этой яме и похороню. Еще раз. Пять садиков, 5 школ. Ой. Он не заряжен. Хвоя мне зачем? Вот только вот это я не понял. Как все лагает, и это уже бесит, если честно. Зарядить автомат надо сам изначально. Не в ту сторону пошел. Земля. Ну, не заживо. Захоронение все-таки было. Поздравляю, вы закончили серию заданий завещания. И... Видимо, теперь, если я нагулялся. Миссия 3. Лёха снова. Здорово. Здорово. Слушай, слушай, вот хорошо, что ты зашел. Что на этот раз? Короче, мне снова украли ценные вещи, на этот раз медальон и статуэтку. И я должен забрать их, я тебя правильно понял? Да. Ну что ж, окей. Нет, нет, спаунпоинт!
Да и упал, блин. Ой. Блин, слушайте, это невозможно, конечно. Так играть. Ладно, на поверхности никого нет. Блин, ребята, вам поди вообще тяжело смотреть такое. Да стреляй, ё-моё! Еще бандиты. Для подписчиков, но и для, но и не для. Пройдите вопрос-ответ по блогеру Максимадзе. Ничего себе загадки. Так, ну, вопросы, на вопросы буду отвечать, видимо, я сам про себя. Когда родился Максимадзе? 2 июня 2004 года. Правильный ответ. Следующий вопрос. Кто перестал быть другом Максима? Вообще, учитывая обстоятельства, которые в 2021 году произошли, к сожалению, после того, как я немножко плетнул и языком немного лишнего, тогда правильными будут вот эти два варианта. Но, скорее всего, авторы имеют в виду именно вот этот вариант, к сожалению. Да, Андрей больше не участник канала Максимадзе, и Андрей — это нехороший человек, лжец, предатель и вообще все. Даже если мне удастся на диалог как-то с ним выйти по поводу того вопроса, в любом случае дружить я с ним больше не буду. Я один раз уже с ним помирился, это было зря. Так, вот что. Когда был создан канал Максимадзе? 12 января 2015 года. Кто? А что, так мало вопросов, что ли? Хваю. Пусть лежит на всякий случай. Не знаю, зачем они мне ее дали. А теперь вопрос, как мне выбраться назад? А вот теперь ответьте мне на вопрос, как отсюда выйти? Придется блоки ломать. Ну извини, автор, извини, ты не доработал свою карту. Поэтому мне придется читерство применить. Тут никуда деваться было совершенно. Так, где выход? Забрал. После разговора. Короче, на. И медальон, и это, и это. Тьфу ты! Господи, не просто так же мне три рычага дали. Надо было с помощью трех рычагов двери эти открывать. Вот я балбес, а? О, иногда логикой не дружу. Ну ладно. Считай, я их потратил. Назад их не заберу.
Извини, автор немного ошибся, но тем не менее я это понял. После того, как выполните задание. Миссия 4. Фух, блин, я очень устал, надо идти поспать. Поспать, миссия, да? Эй, ты. Удар по голове, вас вырубили. Миссия 5. В красном свете причем. Мы что, в тюрьме, что ли? О, Макс, очнулся. О, Люха, что мы здесь делаем, блин? Ну, короче, ох, я когда тебе поручил забрать мой рубин, когда ты убил Владимира Шакала, они, видимо, нас выслеживать стали. По итогу отследили, где мы живем. Сначала они схватили меня, а потом тебя. О, Люха, ты что, придурок такой? Что есть, то есть. Они, кстати, гад, отобрали мне все оружие, у тебя, видимо, и нету. Сам не знаю как. А что здесь? Зачем я два мтара купил, интересно? Ну ладно. Это что, лом? Ну, видимо, так нужно было сделать. Оружие я не использую, поскольку у нас его быть не должно, я так полагаю. Сдох. Ну, киркой, видимо, убивать только нужно было. Других вариантов нету. Ой-ой, беда. Блин, она еще и закрылась обратно. Не используем оружие, потому что это будет читерство. Я не знаю, сколько мне раз придется сдохнуть, но надо пройти мимо них. А почему я здесь вообще оказался? Эй, спаунпоинт надо поставить здесь, и вообще лагучая карта. Вот как я пройду мимо бандитов, если так все лагает? Не... Блин, слушайте, это невозможно. Нет, мне придется использовать оружие. Это не... Потому что, ну, это трындец. Я не смогу это сделать без оружия. Перезаряжается. Продолжает лагать. Стреляй, стреляй, ё-моё, стреляй! Стреляй. У этого оружия долгая перезарядка, конечно. Я думаю, лучше другое использовать. Длинная же карта, а. Впрочем, если бы так не лагало, мы, возможно, бы уже прошли.
Рот закрой, какого фига вы нам похитили? А что, можете наших людей убивать и думаете, что без наказания останетесь? А ну, отвечай, где шакал? Ладно, ладно, успокойтесь сейчас. Он мне не говорил, где он находится. Короче, он меня достал, я тебя в лаву скинул. Нет! Но где я, блин? Ну и где я? Не происходит, ничего не происходит. Ничего не произошло. Вообще ничего. У меня не запустилось ничего дальше. Опять возвращаемся туда. Тут мы были. Здесь были. Тут были. Вон там не были, но туда же при каком-то... Ты чё, офигел? Она только сейчас прогрузилась? Ой, как лаги эти бесят. Что тут было написано? После этого случая мы с Лёхой на несколько лет переехали в Мурманск, где какое-то время пожили и переехали обратно в Новосибирск. Это вторая часть города, видимо. Еще миссия от незнакомца. Миссия незнакомцев 4. Капец, ужасные лаги. Ужаснейшие лаги. Просто я не могу это. Житель какой-то. Я предлагаю на этом пока остановиться и продолжить прохождение карты в следующий раз. Потому что после этих 52 минут записанных, пора бы уже реально остановиться. Спасибо за просмотр, с вас лайкос, подписался, с меня эпичный видос, подписывайтесь на мой влог-канал, поддержите ВКонтакте и всем пока.